14 сентября в Одинцовском городском округе с 9.00 до 14 часов пройдет единый день диспансеризации. Мероприятие состоится в Одинцовской поликлинике номер 2 и Барвихинской амбулатории. Медицинское обследование будет разделено на два этапа. Первый этап представляет собой лабораторные исследования. Второй – дополнительную диагностику, которую назначают при выявлении отклонений на первом этапе.